А давайте его объедем просто, да и все. Что это? Это что, блядь? Что за огнемет на? Это что за залпа? Это что за огнедышащий дракон, вашу мать? Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет, меня по-прежнему зовут Артём, это канал Атом Шоу, и добро пожаловать в новый ролик. Сегодня у нас War Thunder, сегодня мы повоюем, постреляем, посражаемся, в общем, потворим лютую дичь, я вам желаю приятного просмотра, ну мы начинаем. Поехали. Там вот штуку мы сейчас, может быть, его приписюлим. Не пробил. Хуета. Блять. Ну почему мне попали по башне-то, а? И просто вынесли каким-то образом. Кого мне вынесли-то? А ты чё не едешь-то? Нет, сейчас-то уже понятно, почему не едет. Оп, пошел он в Копенгаген. Все, родной, давай заканчивай чиниться. Как будто бы, блядь, сейчас не самое лучшее. А, я могу... Ебать, а не пойти ли тебе куда подальше? Алло, родной, ты чё, охуел? Да как так-то? А чё это вы? Сучка. Пошел вон отсюда. Да ну что, ребята, ну помогите мне. Я один сражаться, что ли, должен? Тут стою один, как некрасиво очень. Я меня сейчас приписюлят. Куда? На! Сфотографировали еще одного. Ребята, профессиональный фотограф в здании. Бля, я могу, он же выстрелил только что, да? Чего? У тебя там что? Перезарядка, бля, 3 секунды нахуй, что ли? Там что, они закидывают этот снаряд просто, бля, с разгона? Как так-то? Он только что выстрелил. Итак, карта у нас Пепельная река. Что бы это могло значить и куда здесь высаживаться, если бы я знал, я бы вам ответил на самом деле. Предлагаю, что замутить? Замутить вообще красивый такой цыганский, вообще профессиональный план. Добрый день, ебать, ты огромный, слушай. Накачанный. Так, подождите, стоп. Ну что, ну, закрыли здесь, слышишь? Родной, тут закрыли проезд, проход, вообще нельзя тут проехать. Отказала, как я, ладно. Я хотел с моста спаркурировать профессионально. Как мастер менеджмент вообще, элит Вася Турбоспорт. Но у меня не получилось. А! Сука. Что? Чего? Я прям в дуло ему попал, ему вообще по хуям, что ли? У тебя там чё, броня стоит, что ли, на дуле каким-то хуем? Чё за бред, алло? Бля, это рофл какой-то просто. Пошёл-ка ты нахуй, родной! Почему так это работает? Что за бред? Я челу прям в дуло попал, он его вообще по хуям. А мне, главное, просто по голове погладили, я улетел сразу. Ну что, ребята, ну что за анальные тут игры происходят? Блять, уже смотришь, стреляют по мне, ну пиздец. Что опять за карта попалась-то просто? Там сразу по респу шьют-то по-нашему. Что за брумбар? Ты кто вообще, блядь? Орол, родной. Блядь, да, ребята, алло, ну что за... Блять, не хочу в это играть. Что за понос, а? Ну быстрее там приходи уже, родной. Что ты там закурить решил за углом? Давай, все, уезжаем отсюда.
Пошли-ка вы в жопу, товарищи. Ну, ебаный твой, ну, по голове, а вас. О, сука. Блять, у меня два чела. Куст, что с тобой? Куст. С тобой все хорошо? По-моему, не очень. Ну что? У меня там, слышите, экипаж балуется с кустом. Все, короче, в жопу поехали отсюда. Я заебался. Поехали на точку Б. Да давайте мне еще арты вслед накидайте, правильно. Так, здесь кто-то шмальнул вот прямо вот пару секунд назад. И поэтому я так думаю, что мы сейчас, возможно, встретим этого товарища, который тут просто так шмаляет. Готов, сынок. Сфотографировали еще одного ребятушки. Профессиональный фотограф. Видите, какие позы просто для того, чтобы сфотографировать. Непробиваемый чел. Ни хрена себе по нему зенитка. На, просто получай. Военная его съела просто. Бля, давайте его объедем просто, да и все. Что это? Это что, блядь? Что за огнемет, нахуй? Это что за залупа? Это что за огнедышащий дракон, ёб вашу мать? Огнеметчик, ты пулеметчик, хуев, это чё за... Рафлянская-то... Что это, блядь, ребята, было сейчас? Бля, я его даже сюда не могу пробить, что ли, блядь, это чё, рофл какой-то, блядь, чел, нахуй. Да ты вообще не двигайся, подожди, да я тебя сейчас пробью. Да ты, блядь, кто нахуй вообще, это чё за рофл-то? У меня еще и перезарядка, блядь, пару часов, нахуй. Туда, блядь, домой его отправьте, спасибо. Уже давно, блядь, ему пора туда, нахуй. Итак, сейчас у нас на повестке дня карта компания. Я играл на этой карте пару раз, но... Не знаю здесь каких-то ключевых позиций. Да, в принципе, я на всех картах не знаю ключевых позиций. Вот. Поэтому поедем на точку Б, аккуратненько, так сказать, заедем. Я знаю, что там творится лютая вообще анус. Просто такая дичь, которая вот, ну, словами можно не передать. Поэтому сейчас мы аккуратненько подъедем к ней. И пока что не будем захватывать, потому что я не хочу, чтобы нас сейчас снесли. А вот когда уже подъедут союзники и начнут рашить точку, вот тогда уже можно и поехать, как говорится. Правильно? Ага. Так, вот здесь надо тоже смотреть, чтобы тут никто не заехал. Так, я понял, откуда... Ёбаный брумбар. Я понял, откуда у них... Иди нахуй! Иди нахуй! Пошел вон! Ни хрена себе! Это чё пролетело? Ну, сука. А чё он такой... Да, блядь! А чё он такой бронированный-то, ёбаный твой по голове, а? Бля, ребята, а почему... Вот у меня единственный вопрос. А почему мне на точке Б никто не помогал? Там только Су-85М воевал как волк, как тварь вообще последняя. А остальные-то где были в этот момент? Ребята, ну вы что-то совсем посасываете задумчиво. Причем, я так понимаю, настолько задумчиво, что прям, ну, вообще не смотрите на карту. Давайте, ребята, соберитесь, сделайте красиво, сделайте мне помощь хотя бы какую-то маломальскую, я не знаю. Потому что как будто бы все-таки в соло против пол-тима я не вывезу. Сука, КВ-2. Блять! А я что при фаером-то решил настолько стрельнуть? А, нормально, он меня не видит. Ха-ха! Фотограф профессиональный, ребята, пизда мне. Нет? Да иди ты в Ачелова, а! Ну чё у меня там бомбануло-то резко, алло? Ну, сука. Ну, мразь. Быстрее. Быстрее. Быстрее, блядь! Можно заехать за эту гору. Спасибо, блядь, ёбаный твой рот, а. Того штамповал. А, что? Блядь. Да ну, блядь. Да ну заедь ты уже за этот угол просто, и все, что от тебя требуется, в принципе. Да, блядь.
У меня до сих пор геймпад что-то шалит, ребята. Эй, блядь, скит твой, ну нахуй, по голове. Ну я ж так и думал, а мне стрелять нечем. Нет, есть чем. Ну, сука, нахуй. Блядь. Ну, блядь. Ну, быстрее, сука, нахуй, иди. Понял? Да, блядь, ну нет, наводчика контузило. Сука. Блять, ну ребята, ну быстрее, пожалуйста! Ну тут прям фотографировать необходимость! Сука! Убил, блять! Ну ладно, похуй, давайте починимся, блять, еще ебаный твой рот. Да я того штамповал! Ну ты, блять, можешь уже нахуй либо убить меня, либо, блять, что ты делаешь? Блять, дай ему сейчас. А, сука. Блять, ну что за залупа? Алло, ребята! Почему нас со всех сторон-то зажимают, блядь? Я стою, ремонтируюсь, там еще один подъезжает. Алло, нахуй, вы что делаете-то, а? Давай густлю собьем его. Чтоб он вертеться не смог. Затем сейчас двигло ему собьем тоже. Так, трансмиссию контузили ему. То есть он повернется, логично, что мой казённик сломаем. О! Да ёб твою мать! Что это за Черчилль? Как его пробивать? Алло, ребята. Что за анус мастодонта? А еще что вот это такое, блядь, у него? Давай, давай, поворачивайся, Радим. Поворачивайся. Чего нахуй? Это как, ребята, алло? Что, блядь, вообще происходит в этой игре? Я его никуда пробить не могу, даже в борт он меня шьет. Ребятушки, в жопу этот War Thunder не советую играть в этот понос. Сука. Но на этом ужасном разочаровании, ребята, просто на этом наиужаснейшем разочаровании... Нам пора заканчивать. Ребята, War Thunder в 2023 году, по моему мнению, полный понос. Вот как он был поносом 5 лет назад, так он им и остался. Свое мнение пишите в комментариях. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.